Вы откройте любую историю искусства, там написанную нашими исследователями, и вы увидите, что кинетическому искусству было посвящено там 1,5 страницы, а кое-где и вообще как бы все это проходило мимо. Мы же нашей выставкой открываем, вот, во-первых, новые имена, представляем работы известных авторов, но те, которые, в общем, были забыты. И вот прослеживаем абсолютно новую связь развития искусства, авангарда сегодняшнего дня, экспериментов 60-х. Всегда говорилось о том, что вот русское искусство очень плохо считывается интернациональным зрителем, потому что он плохо знает тот контекст, в котором оно зародилось. А здесь же, мне кажется, это потрясающий эксперимент в том смысле, что он свободен от языка власти. Он не говорит ни на его языке, ни против этого языка. Он просто открыт совершенно новым каким-то универсальным идеям такого планетарного масштаба. Двигаться оно может не только физически, да? Это развитие идеи прежде всего. Есть работы, которые воздействуют на твой глаз таким образом, что у него создается иллюзия движения. Ощущение по-другому воспринимается пространство. Вы можете перевести взгляд на нейтральное поле и, активизируя свое боковое зрение, периферийное зрение, воспринимать, как меняется цвет. Вот, например, эта композиция небольшая, вот здесь, на одной из цветовых таблиц, это как раз результат практических наблюдений. К центру эти контуры светящиеся уменьшаются, и у вас возникает впечатление, что это уменьшение в глубину может быть бесконечно, так же, как расширение может быть бесконечно. Да, очень многих художников интересно исследовать вообще возможность выйти вот в это иное восприятие, расширить возможности восприятия и начать слышать видимое, видеть слышимое, там, осязать и то, и другое. И в этом смысле, в общем, вот эти технологии, которые позволяют нам слышать звук, например, слышать свет или видеть звук, они становятся, в общем, ну, очень интересным объектом такого художественного исследования. Объектов во всей экспозиции. Это специальный прожектор, который проецирует свет, окраска которого меняется с помощью терминвокса, который подключен к этому аппарату. То есть терминвокс играет без прикосновения к клавиатурам. Да? Мы двигаемся в электромагнитном поле антенн,
Мы меняем высоту звука с помощью движения тела, а высота звука меняет окраску светового луча. То есть это синестетический инструмент и, наверное, первый пример такого рода прибора, который был построен в мире.